здравствуйте. Перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня о том, какой я бываю голодный. Я сейчас не против чего-нибудь полопать, чего-нибудь такое, заправиться слегка. Хотя бы бутербродик, намазанный коркой, на маслице с листочком салатного листа. Губа не дура, говорят, не замотай. Чего ты дразнишь, говорят, еще б пивка. Губа не дура, говорят, не замотай. А может, водочки 100 грамм или винца? Да пошли все как бы куда-нибудь подальше. Если жрать охота, как охота, как. Если б только знали, съел сейчас бы нафиг. Запросто, наверное, при целых шашлычка. Губа не дура, говорят, не замотай. Чего ты дразнишь, говорят, еще б пивка. Губа не дура, говорят, не замотай. А может, водочки 100 грамм или винца? Я б сейчас отведал, наверное, все на свете. Как желудок точит, как болит душа. Хоть беляшек, что ли, или чебуречек. Или даже позу на целый килограмм. Губа не дура, говорят, не замотай. Чего ты дразнишь, говорят, еще пивка. Губа не дура, говорят, мне замотай. А может, водочки 100 грамм или винца? Я б сейчас не против чего-нибудь полопать, чего-нибудь такое, заправиться слегка. Хотя бы бутербродик, намазанный икоркой, на маслице с листочком салатного листа. Зелененького такого. С красенькой такой корочкой, на желтенькое такое масло наложенное. Спасибо.